Итальянские бизнесмены намерены укреплять сотрудничество с Казахстаном. Об этом стало известно в ходе рабочего визита министра иностранных дел Мухтара Тлеуберды в Италию. За круглым столом с представителями деловых кругов стороны предметно обсудили вопросы расширения торговых и инвестиционных связей между двумя странами. Также итальянские бизнесмены выразили заинтересованность в реализации в Казахстане взаимовыгодных проектов в сфере торговли, строительства и зеленой экономики. Сегодня Италия является одним из крупных инвесторов в экономику Казахстана. По данным Национального банка, в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций из Италии составил 123 миллиона долларов США. Объем взаимного товарооборота между нашими странами за 2021 год составил почти 10 миллиардов.